Последнее время власти все больше говорят о необходимости развития внутреннего туризма. Ивановский госуниверситет не остается в стороне. Студенты организовали в ВУЗе Welcome Center, став частью федерального проекта «Твой маршрут. Россия». Welcome Center – это организация студентов. Делается это при каком-либо университете. В нашем городе это при нашем Ивановском государственном. Ребята сами продумывают маршруты, сами придумывают турпродукты, как можно популяризировать их город. То есть молодежное движение, молодежный формат. В минувшие выходные студенты ИВГУ принимали в Иванове учащихся Ярославского педагогического университета и Костромского госуниверситета. Всего в город невест приехали 40 человек. В программе обзорная автобусная экскурсия, посещение арт-центра «Авангард», знакомство с творчеством мастеров граффити фестиваля «Полотно». Вечером пешая прогулка по центру города. Моя экскурсия – это поход по местам, связанным с городскими легендами. Я рассказывала о том, что, в принципе, было на слуху у всех некоторых ивановцев, но об этом не рассказывают на обычных экскурсиях. А так это была вечерняя прогулка, где рассказывала байки, страшилки. На десерт посещение нового городского квартала «Нимлофт». В уютном зале для студентов выступил вокальный дуэт «Black Velvet». После – показ фильма от ивановского режиссера Дарьи Лебедевой «Каждый 88-й». Вообще, я люблю этот город, потому что мне он кажется молодежным и таким, может быть, неформальным. Здесь очень много классных идей, и этим мне он нравится. Студенты ИВГУ в очередной раз доказали, что в Иванове есть на что посмотреть. Замечательные памятники конструктивизма органично переплетаются с современной застройкой. Благоустроенный центр, который теперь не стыдно показать соседям, визитная карточка города. Сегодня нам показали очень много классных мест. Нам показали стрит-арт, нам показали старые исторические места. Очень круто, кстати, что у вас осталось много мест нетронутыми. Нам про это рассказали, про все. Нам рассказали про то, какая история этих мест. И это прям клево. Вот мне нравится ваш город. В Иваново я никогда не была, поэтому для меня было очень интересно узнать и посмотреть на ваш город. Очень много красивых мест, особенно здания, которые сохранились. И очень красивая архитектура в целом и парки особенно. Экскурсия рассчитана на 2 дня. После знакомства с городом невест гости из Костромы и Ярославля отправятся в Плёс. Там их ждет обзорная экскурсия по городу и, конечно, визит в музей Левитана. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.